Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM под номером 35650, грузовик Liberty. Это у нас модель, получается, на Первую мировую войну. Красочный боксарт красивый. Далее коробка из плотного картона. Коробка у нас гинглетник, декаль и инструкция. Сейчас покажу вам декаль. Декаль выполнена на новой бумаге и проблем не доставит. Уже множество моделей собрано с новыми декалями, поэтому они отлично. Так, далее. Инструкция в виде журнала формата А4. Тут технические характеристики прототипа, скажем так, варианты краски, которые предлагает нам компания ICM. Далее, на первом развороте у нас показываются литники, которые у нас детали все при сборке. Достаточно подробная инструкция, каждый шаг описан подробно. То есть реально каждый шаг. Один шаг, как правило, одна деталь. Поэтому будет все собираться простенько и понятненько. Вообще уже в сети есть фото готовых данных моделей. Я посмотрел, модели получаются шикарные. Любите Первую мировую, любите просто автомобили, то эта модель должна быть у вас. Так, дальше два варианта нам предлагаются. Это армия США 18 год и Франция также 1918 год. Ну, армия США, Франция 18 и просто США. Далее литники. Так, ну вот, что можем сказать. Качество у нас отличное, каких-либо дефектов не обнаружено. То есть решетка радиатора, она рифленая, то есть рифление присутствует. Отливка шикарная. Просто супер вообще. Каких-либо дефектов на данном литнике нет. Дальше следующий. Это у нас такой вот. Также хочу обратить внимание, что каких-либо дефектов на данном леднике нет. Все пролито, все хорошо, все четко. Дальше следующий ледник. На самом деле деталей не очень большое количество, поэтому сборка окажется быстрой. Так. Ну, тут также все хорошо, все чистенько. Каких-либо дефектов на данном леднике не обнаружено. Вот, и по поводу готовых моделей, я видел уже собраны, каких-либо плохих отзывов про них не было. Так что можно сделать предположение, что модель собирается отлично. На патенте присутствуют складки, то есть полотно сымитировано хорошо, да. Каких-либо дефектов на данном леднике также не обнаружено. И маленький литничок, это у нас литник с прозрачным пластиком. Я всегда говорю одно и то же, повторяю сейчас, он шикарен. Ну тут в основном получается на фары только. Ну, даже через такие маленькие стеклышки нет каких-либо искажений, и все видно. Это очень реально. На этом я закончу обзор. Если вы любите автомобили, если любите Первую мировую войну, то эта модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо, всем пока!